Хороший момент. Удары 1-0. Серджио Флоккари. Блистательная комбинация. И форвард Лацио открывает счет. Причем очень грамотно он сыграл. Мяч обработал грудью и с левой ноги отправил в противоход. И в два. Как оставлять? Смотри, Флоккари. Один, он попал в вот самый коридор между двух защитников. И те, самое главное, не сделали шаг, когда уже Флоккари мяч обрабатывал грудью. И застыл Компаньеро. И, ну, пытался Канавару, конечно, в подкате уже спасти. Но Ваня все внимание. Есть, есть еще время. Подача. Удар! Вот это голешник! И неужели это наш герой, его Компаньеро? Стиву Макмановому такой удар и не снился. 1-1, 87-я минута. Положил. Компаньяру. Ничего себе! Акробат! Тащи рабочего, Федерико Маркетти. Какие здесь ему претензии можно предъявлять? Да. Каратист просто. Златан Ибрагимович сейчас... Нервно курит? Позавидовал.